В эти выходные в пляжном городке Песочница пройдет фестиваль спортивного танца «Золотой бархатный сезон». Гостей праздника ждет грандиозное торжественное открытие, концертная программа, выступления гостей, пятикратных чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу из города Москвы и другие яркие выступления танцевальных пар. В программу фестиваля войдут чемпионат Приморского края по танцам на колясках, чемпионаты и первенство Фокина по танцевальному спорту, соревнования среди пар, концертные выступления коллективов различных направлений танцевального спорта. Отметим, за 10 лет в фестивале приняли участие более 8500 танцоров. Мероприятие посетили около 10000 зрителей. Участниками фестиваля стали гости из Италии, Японии, Литвы, Люксембурга, Дании и Китая. В этом году фестиваль пройдет при поддержке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Куратором выступит его супруга. Посетив этот фестиваль в 2014 году, Ирина стала сама любителем этого красивого вида спорта. Не просто как поклонница, но и как танцор. На фестивале Ирина Миклушевская со своим партнером Никитой Смольниковым планирует выступить в очередной раз. В этом году организаторами фестиваля выступят администрация Приморского края совместно с Краевым объединением танцоров и Федерацией акробатического рок-н-ролла и танцевального спорта России при поддержке администрации Фокина. Спортивные соревнования по танцевальному спорту пройдут на Кубок губернатора Приморского края. А победители и финалисты выступят с показательными выступлениями на острове Русском в рамках культурной программы «Улицы Дальнего Востока» в рамках 3-го Восточного экономического форума 10 сентября. Фестиваль продлится 3 дня. Торжественное открытие запланировано на 8 сентября в 19 часов. В субботу вечером 9 сентября зрители смогут не только полюбоваться выступлениями танцоров, но и посетить интересное мероприятие – вручение премии «Золотой кот» членам Краевого объединения танцоров Приморского края. В воскресенье на фестивале традиционно состоится клуб выходного дня для всей семьи. Поспешите провести теплые осенние деньки на природе, за городом, на берегу моря и насладитесь незабываемым танцевальным праздником.